Надеюсь, он ближний. Два хп. Я чуть не фиданул. 4, 5, ага. О, у тебя есть нихера себе ты опасный, у тебя есть зелье. У меня есть Gravitation Potion, Дим. 2. 2. Есть Featherfall Potion. Есть Spelunker Potion. Ой-ой-ой-ой. Дима, Spelunker Potion. О. Может, это юзнем его? МБ. Я пока тут этих всех убиваю. А, блин, они умеют так делать, чтобы они были неуязвимыми. Они уходят в какое-то состояние какое-то неуязвимое. Блин, ты, конечно, красавчик. Сейчас ты мне все затопишь. Так я дышать сейчас не смогу. Сможешь. Дыши, Дима, дыши. Так, давай, короче, ты их отвлекаешь, а я тырю это сердце. Постой, подожди, я сейчас пробую застроить. Подожди, я не могу уже тебе ничего не кидать, не могу, вот. Давай, падай. Да чё ты... Ну не пугайся меня, элементарь. Блин, ну он реально, он уходит в свою, в неуязвимую хрень, и я не могу ничего ему сделать. Ну ты в неуязвимую хрень. Да, он умеет как... Он как это, не знаю... Как это черепаха. Night Vision Helmet, что? Что тебе выпало? Night Vision Helmet, хера себе. Посмотри, что у меня. Нифига себе. Так, давай, короче, разберемся с этим пацаном. 2 Defense Improves Vision. Прикольно. Ой, я сам себя затопил. Упс. Блин, я не дотягиваюсь. Ай-яй-яй, я сейчас кидану. Одно хп. Откуда он взялся? Его там не было. Сзади был. Блин, я не обращал на него внимания, я смотрел на Колина. Нет, на самом деле я смотрел на тебя. О, а я, короче, сердечки сейчас возьму. О, у нас в доме 3 могилы. Хардбрейкер. О. Я застроил просто голема, я сейчас его еще попробую завалить. Я тоже хочу быть классным парнем. Эх, воду бы только слить куда-нибудь, там что-то медленно сливается. Да. О, нашел зато куда слить воду. Фига себе, у нас тут паутина. Упс, на меня нападает червяк. Корапшеном? Нет, обычный. Ну, если обычный, значит корапшеном. Нет, обычный. Такие есть уже? Они были все... всегда. Называется Giant Worm. Они были еще с самой первой версии. Yes. С 1-0 там какой-нибудь. Минус 2 голд, 9 сильвер, 48 копер. А! Я забыл сесть на вагонетку. Че, мы обратно в пещерку? Ну, надо монетки как подобрать, мне кажется. Хотя, мне кажется, это эти мобы уже давно здесь спаунятся. Ну а тут ведь теперь отмечены на карте место смерти. А если у тебя есть Teleportation Potion, то ты можешь телепортнуться либо к месту смерти, либо к другому игроку. У меня есть Recall Potion. Это не то, это зеркало. У меня есть оно. Сам. Ну, блин. Бывает. Да. На самом деле, у меня уже полный инвентарь почти. У меня, кстати, тоже. У меня 2 призывалки глаза к Тулфу. 2 люстры. А нет, 1. Стоп, почему у меня 1 люстра? 1 люстра, столы. У меня есть 1 люстра. А, значит, я 1 поднялся. Ого. Отлично. Так, я сел на вагонетку. Я не забыл это сделать. Так, я слез с вагонетки, я в граните. Так, вспомнить бы еще где-то гранит. Дим, тут паук.
Ну что, я могу сделать это, блин. Ты же как не прошел с этого? Посочувствовать. И когда я шел, его там не было. Ты падла, везучий. Тут нет голема. Скажи, что у тебя девушка есть. Да. Ой. Ну, паук меня испугался, как следует дал ему по голове. Ой, я сейчас... Я, кстати, я подобрал твой голд, у меня их теперь два. Да, так должно быть. А голдфиш, если убить, то что будет? Ну так одна голдфиш, а там как и сколько-то золота. Ни хрена, я ее убил, и ничего не произошло. Не, ну там ее скрафтить можно. Слышь, я паука забил, я опасен. Ага. Фига себе тут пауков. Блин, тут вода, это реально бесконечная. Слышь, ты, Кейвбэт, спать пошла. Ну так что, мы будем еще в пещеру гулять или уже? Да, давай догуляем. Так, где тут был гранит? Был он где-то здесь. Вот, да. Ты видишь, где я? Да. Вот. Так, летучая мышкова хер, ты телепортировалась вниз. А, теперь их там две, отлично, они еще и размножились. Так, я туда иду? Да. Где тут был у нас спуск, все нашел. Дим, ты там этот, смотри, не затони. Да я знаю, я слежу. Ну что, голем, все, задиспаунился? Да? Так, сейчас будет больно, а? Им. Вот смотри, тут есть спуск еще. Да, это я его сделал. Червячка слышь. Да, вот это обычный Giant Worm. Надо его валить, значит. Ну да. Ну смотри, сколько я ему снес, все, ты его валил. Вот у нас будет станция привода. Я не уследил. Дима, ты лох. Я подобрал. Надо просто чекпоинт сразу вот на вот этом месте борьбы сделать. О, вечер. Димон, давай, короче, дуй сюда последний раз. Погуляем по пещеркам и будем уже там заниматься всякой ерундой. Там строить дом, исследовать там что-нибудь. Да, я говорю, заниматься всякой ерундой. Да, потом надо будет еще все-таки в пещерках. Так, по-нормальному уже потихоньку начать элеватор делать. Потихоньку. Тихоньку, полегоньку. Теперь да. Ты мне крит на 20 вылетел. Вот, у меня раньше криты на 900 вылетел. Добывать, ну блин. Да уж, я помню эти времена. Ой, тут желтый слизень. Ой, фу. Противный. Нет. Все, я его заевейдил. Я убил всех вонючих летучих мышей. О, я... Нет, я-то хотел сказать, что это был встречный гриб, но это было бы... Была бы ложь. О, слышь, я нашел эти ловушки, механизмы, которые... О, кстати, если ты на нее попадешься, то тебе дадут ачивку. Нет, я не хочу на нее попадаться. Так она же она не убьет тебя, скорее всего. Все равно не хочу. Ты что, не хочешь ачивку? Нет, не хочу. Дима, тут пипец, тут снежный биом начинается. О, а еще чего? Дима, валим ее. Подожди, ловушка, ты ее обезвредил, что ли? Я сломал, да. А. Дима, ой. там сердечко. Там пиранья летает. Ой. 104! Я и не успел добыть сердечко. А меня исключили из ремкора. Сточит. И он отобрал наши деньги. Это была такая смешная картина, я иду. Хаплает. У него 160 хп еще. Тут у меня такое копье, блин. А я блоки пытался построить. Просто надпись сточит. Блин, ну что, нам надо как-то туда вернуться, потому что там сердечко и золото на наше. Потом вернемся, когда чуть-чуть потребуем. Золото бог с ним. Ну ладно, тогда давай тогда останемся. Пока здесь наступила ночь, сейчас будут падать звезды, будет весело все очень. Дим, сломай. Спасибо. Ох, хераси ты какой красивый. Что? Дверь. Смотри, фиолетовый слайм этот будет. Чего, фиолетовый? Вон да, фиолетовый, да. Стоит, не синий, а именно фиолетовый. Да.
Мне выпал шейков. Да? Стак, гранит, блок. Так. А снуки все-таки нам желательно не сюда ставить. Давай как в тот раз ставить их наверх. Слышь, ты, я сейчас тебе знаешь, сколько всего тут накидаю? О, нет, это не гроб. Вот, на, вот это еще. Ой. Подожди, сундуки лучше как в тот раз ставить наверх, на самый... Ой, нет. Если у нас дом нет неправильный, нам надо его на один блок в какую-нибудь сторону еще увеличить. Пипец, это зомби по 100 хп. Откуда? За что? Ой, блин, мне нужны факелы, надо заблокировать, потому что... На. Где тебе факел поставить? Да прям перед дверью, и желательно с этой стороны тоже. Не, Димон, извини, но русские не сдаются. Ладно. Так, кстати, печечка. А книжный шкаф нахера ты поставил? Он же бесполезный. Ну это сейчас для красоты, а потом, когда нам не будет хватать места на все остальное, там... Да. Тут зомби прям к нам в дом идет, потому что ты дверь не заблокировал. Я имел в виду факел не с этой стороны, а с обратной. То есть изнутри. Потому что так-то смысл. Ты их не выпускаешь. То есть ты такой, давайте вы заходите, но только если вы зайдете, то вы у нас же и жить останетесь. Эпичные. Я, пожалуй, тебе вот так вот сделаю. Эпичные небесные баталии. Да. Да, ты сейчас сдохнешь. Понятно. Ага. Так, надо сделать стены. Да, займись этим. У них у всех по миллиметру хп осталось. Все. А как ты хотел? Ну так долго воскрешение идет. О, мне 14. Дима, мы с тобой очень классно сделали спаун. Опс. Да. Слушай, а почему у меня 7 голдбаров в инвентаре лежит? Не знаю. Возможно, выпадали откуда-то. Блин, подожди, нам надо дом немного передвинуть в сторону. Где-нибудь вот так вот. Блока на 2. Блин, нас с этими уродами что делать? Ты сделал наковальню? Парень. Подожди. Да, я ее поставил. Ёбаный, отвлекся тут. Сундучок проверить. Я специально их... Я впустил их. Чтобы дверь переставить. Ее хватает только на 3 удара, когда ты его держишь. Ага. Так, подожди, сундук надо переставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не тяну. Да где шейклы-то все? Я не понимаю. Так еще и сложно, так они все убиваются. Ай, подожди, стой. А, он меня бьет костью. Я его убил, Дим. Да. Ну хотя бы сейчас мы спауниться будем. Я буду спауниться не в жопе. У нас еще пол кривой. Дима, на секунду, да? Сейчас тебя убьют, ура.
Весело, ничего не скажешь. Ой, стоп, что это ты мне дал? Нахрена ты мне дал свой... ее? Я не знаю, какую-то кнопку нажал. На Т нажимаешь, он выкидывает. Да-да-да. Так, стены. Допустим, вот так. И все-таки двери, я не знаю почему, но мне как-то нравится, когда все в едином стиле. Даешь хаос. Где? О, линза. Сделаю себе очёточки. Какая? Обычная? Лучше ты ее потратить на Ктулху. У нас два Ктулху, парень. А, да. Точно. Я забыл совсем про это. Так, 8. Как теперь удобно ставить стены с этим автокурсором? Возможно. Не уверен, не пробовал. Во, вообще классно. Это мне не надо, это там. Не надо, не надо. Так, не надо, надо хотя бы молоточек вот сделать. Давай. О, делаешь? Же, мне ачивку за это. Блин, тебе реально тоже надо делать молоточек. А если я меч делаю, мне дадут ачивку? Нет. Нет. Но ну ладно, все равно я его сделал. Это лучше, чем это говно, которое у нас было. Да не, Superior Yo-Yo это пока лучше, что мы можем получить. Ну я имею в виду, это лучше, чем... Тот меч как... Ну это понятно, но на данную секунду ничего кроме... Круче ее мы, я думаю, не получим. 11 голдбаров. Интересно. Шо, ничего ты не запарил туда-сюда? Хватает на... Нет, не хватает. Я думал, что хватает на кирку, но на кирку, походу, надо больше, чем 11. Ой! Вот эта дырка в потолке, это плохо. Ну, это платформа, это пока так. О, день, все, день. Так, пожалуй, всю всякую хрень скину. Сюрикены, двери, так, молоток вот сюда. Гроб, нафиг. Дарк трэп. Майнинг пошен, майнинг спит. Что это такое? Что? А. Может, что-то Yellow Marigold. Цветочек. Ну, только что он дает. Он даже необычно синий. Так. Смотри, комар. Чё? Firefly. А, лол. Насколько же все безысходно, когда у меня нет даже геля, чтобы сделать факелы? У меня есть. Ой, это твой.